Торжественное посвящение в студенты прошло сегодня и в Запорожском национальном техническом университете. 1800 вчерашних школьников официально стали первокурсниками. С началом нового этапа в жизни их поздравили почетные гости мероприятия, известные выпускники машинки и представители промышленных предприятий города, которые и вручили им символический студенческий билет. По специальности ли буду работать? Ну да, вроде как бы вижу, это работа на предприятии. В основном это за станками, и я наблюдал, у меня мама работает на заводе. То есть ну, нравится, как бы выпускают, именно в этом университете выпускают такую специальность, и я очень востребована. Надеюсь, что и среди тех, которые стояли здесь сегодня, будут те, которыми наша машинка будет гордиться через 10, 15, 20 лет. От этого зависит будущее Украины, и им это будущее творить. Именно мирную, спокойную, без войн, без потрясений. Нас не потрясают природные катаклизмы. К сожалению, нам надо преодолеть катаклизмы человеческие.